чудом спаслись. Около 9 часов вечера в селе Большое Афанасово в Нижнекамском районе вспыхнула квартира. В это время дома находилась женщина с детьми. Они едва успели выбежать из задымленного и объятого пламенем помещения. Как рассказала спасателям, огонь вспыхнул внезапно, просто загорелся угол комнаты. Из-за чего мнение пожарных и соседей услышала Алина Мусина. Хозяйка в состоянии эмоционального шока рассказывает дознавателям, что и как произошло. Она была дома с детьми, когда около 9 часов вечера начался пожар. Заметила задымление в углу комнаты, сориентировались быстро, в считанные секунды покинули помещение. В итоге одна комната выгорела полностью. Квартиры соседей тоже пострадали. На первом этаже все залило водой, а на втором стены в копоти. Мы просто нам позвонили, у мужа мама сказали, горят. Вот мы приехали, уже ничего не знаем. Вот, а квартира пострадала, да? Нет, там ничего не пострадало. Вот это в соседней. Просто дым, и все. Ничего не пострадало здесь. Все нормально. А хозяйки квартиры соседи отзываются не лучшим образом. А вот что можете про соседей сказать? Не знаю. Алкаши, помогите. Где алкаши? Была ли в этот вечер хозяйка квартиры в алкогольном опьянении, неизвестно, но вела себя адекватно. Общалась с пожарными, отвечала на вопросы сотрудников МЧС и полиции. Точная причина пожара пока не установлена. Это предстоит выяснить дознавателям. По одной из версий, все могло произойти из-за замыкания электропроводки. Алина Мусина, Эльвира Софиулина, Евгений Лызаев, вызов 112.